Для этих людей автомобиль точно не роскошь, а необходимость. Более десятка инвалидов-колясочников, проживающих в доме ветеранов, используют машины как единственную возможность свободно передвигаться по городу. Но пристроить своего железного помощника на парковке у дома часто бывает проблематично. Часто бывает так, что приезжаю с работы и не могу поставить автомобиль, потому что все занято. Приходится вот даже вот некоторым из наших колясочников ставить автомобили за пределами территории и добираться до дома на коляске. А для нас, колясочников, это важно, чтобы автомобиль был рядом. Зачастую автомобилисты совершенно не думают о тех, на чьих машинах есть значок «инвалид». Тем самым создают дополнительные препятствия. Я вот могу сейчас подъехать к машине, вот там вот стоящие какие-то. Ага, кто-то близко подъехал, я уже на коляске не могу подъехать. Мало того, то, что вот с ближайших там через два, через три двора даже приходят, ставят машину. Вопрос парковки у дома ветеранов подняли на совещании в администрации города. Решением проблемы может стать автоматический шлагбаум. У каждого автомобилиста будет свой пульт, а машина гостей, а также скорая и пожарный, может впускать вахтер дома ветеранов. Согласовать с ГАИ и установить шлагбаум глава города поручает районной власти. Эти проблемы надо решать. Там и ребята, которые воевали в Афганистане, в Чечне проживают, ветераны войны. Значит, по ним должно быть определенное решение, конечно, принято. Но у нас и пандусы должны появиться, и дорожная сеть должна быть подлатана или пролита, так сказать, битумом там, или заново отасфальтирована. И шлагбаум должен быть установлен. Шлагбаум должен появиться здесь уже в сентябре. Автолюбители дома ветеранов ждут с нетерпением. Говорят, для них это самый удобный вариант. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, Дмитрий Мешканцов. События.